Hey there! Footages for this video were provided by our friends from the Pletshead Slavyansk channel. These guys are looking for the soldiers who died during the World War II. Find the link to their channel in the description below. Так, Виталя, что у нас тут? Гранаты, да? БК пошли. Попалось. БК, получается, фрагменты костные. 5 штук. И одна РПГ, он пробитая. Ну, здесь под гранатой. Прострел. И еще граната. И вот кость. Стопа. Под гранатой уходит. Ага, стопа, боец. Сейчас будем расширяться, смотреть. Оп. Ага, и ох, ё-моё, и патроны, да, внутри торчат. Да, его порвало хорошо. Полный он в лентах, походу, было. Тряпичная лента он идет. Ну да, тряпка. А в сторону откинул. Разорвало, раздаю. Ну как, я же туда не пошел. Голова отбита, он газбак виднеется. Скорее всего, боец немецкой армии. Всей видимости. Фух. Немецкая армия, скорее всего. Газбак. Там каска в углу валяется. Угу. Целая, не битая еще. Добавлю. Не знаю. Не знаю, не вижу. Ух, всосало земельку. Она какая-то большая. Здоровая, ого. Она 68. Размер такой, наверное. Нормальный. Обычная, да? Да. То, ну, кажется, в окопе она крупненькая. И там головы в ней. Ну, в целом, не битая. Ни одно отверстие не было. За этот самый застегнутый, по-моему, ремень. Видишь? Ну да, ударов нету, и ткань сверху была тоже, наверное, видишь, в этом, в кавере. Оказался солдат немецкой армии, в углу каска, нога одна отсутствует. Так, получается, левая нога частично отсутствует, нету нижней конечности. Вторая нога полностью в сборе, нету обуви, скорее всего, поснимали. Зажигалка солдата такая вот. Ну и, в принципе, пока мест все. Сейчас будем искать, может быть, будет жетон в останках. Что это, граната? Граната, да. Немецкая, да? Немецкая. М24, так называемая. Граната и боец идет у нас. Может, советский, а может и немецкий. По ходу будем показывать. Очень много колючей проволоки здесь находится. И сверху на бойце какой-то металлолом лежит. Скорее всего, тоже сбитой техники. Где? Вон один телефонный. А, и телефонный провод красный немецкий выглядывает. И советский один, да. Сейчас будем зачищать, посмотрим, может, это военнослужащий немецкой армии, а возможно и советский солдат. 81-х немецких мин. И еще один кусок металлолома. Опа! Что это такое? О! Сидушечка! Работает! Ничего себе! Жив. Вот эта вещь! Ну, скоро танк соберем в сбор. Отличный предмет. Ух. Ох, вошел. Подшлем есть. На месте. Головы. Опа, голова. Да? Не кожа, голова череп, думал, разбитый.
с колбас немножко. Печать стоит на них. Интересно, да. Не так часто попадается. Но видно явно орел. И там видно маркировки. Пошли, вот такая железячка нам попалась. Оказался воин Красной Армии. Так, у него имеется в районе там, где должна была быть голова, имеется граната М-39. Далее, возле, точнее, руки имеется М-24. Далее у него детонаторы виднеются. И какой-то предохранитель, может, для техники какой-то, да. И идет, интересно, так, кабель немецкий по траншейке идет. Он, боец, весь замотан в колючую проволоку. Вот еще один предохранитель. Расческа в кармане. Тоже интересное такое. Такой предметик интересный. Тоже на ремне был приделан, чтобы что-то нести, возможно. Так. Ремешочек там. Вон ампулка лежит. Ремешочек. Ну, в принципе, находка тоже танковая. Люк. Угу. Ух ты, тяжеленный-то какой, Андрюха. Ты его подымешь? Ага. Ага. Не надорвешь спину. Ух ты, какой лечочек. Они здоровые, блин, танкисты были. Ух ты, вот он, наверное, овальный. Танкист, он и есть. Глянь, какой интересный. Видал, какой здоровый человечек. Вот тот. И пуговицы, говоришь, с этого. Он не здоровый, он ров там такой нормальный. Не, ну крепкий такой. Ну да, такой, может, кто из подписчиков знает, чего данный лючок подскажет нам. А кто вот здесь? Это мы сейчас определим. Ну давай тут лезь сразу. Еще вермахта. Птица. Орел. У нас получилось два бойца. Лежат положение, как говорится, вольтом. Вот солдатики. Вот у него голову выпахало. Две ампулы к медпакету. Далее. У него, видимо, был зип, выколотки к пулемету. Такие вот щипцы инженерные, отверточки. У второго бойца, который под низом, голова отбита. Да, вот вам вся судьба человека. Каска, в каске нога находится. Вот так вот. В голове осколочные ранения. Выходных нету. Ну, с той стороны. Нема, да? Значит, в голове вот прям в мозг. Конечно, смерть моментальная.